Обычно я тут делаю уборки, стираю, глажу. Сейчас буду готовить. Вспомнил анекдот хороший. Ну, мне кажется, что он очень хороший анекдот. Короче, мужик первый раз летит на самолете. Его тошнит по-страшному. Стюардесса, или как сейчас говорят, бортпроводница, выдает ему, соответственно, этот пакет для блевать, для вот этого вот самого. Вот. Такой, знаете, тогда еще были эти самые бумажные. Ну, он, короче, блюет в пакетик, там половина наполнена уже, там больше. Народ в покатуху, все хохочут, он зеленеет. Вот, ну, бортпроводница уже такая выходит это, из салона, это, значит, к пилотам проходит. Потом обратно идет, смотрит, вокруг салона все блюют, а он один сидит, смеется. Она у него спрашивает, как вы это сделали, что произошло? Он говорит, да они уже ставки стали делать, спорили, отхлебну я или не отхлебну вот это, если у меня польется. А я взял и отхлебнул. Сарынь на кычка, друзья мои, подружакися, только начинает ся.